Профессиональная тепловая техника «Зилон» – это полный ассортимент оборудования для воздушного отопления помещений любого назначения – квартир, офисов, промышленных помещений, открытых площадок. Каждый год «Зилон» расширяет ассортимент теплового оборудования. Совершенствуется выпускаемая продукция, что позволяет давать гарантию 24 месяца. Широкая сервисная сеть объединяет более 250 представителей по всей России. В новом сезоне «Зилон» представляет электрические конвекторы серии «Комфорт» с монолитным X-нагревательным элементом в обновленном дизайне. Компактные размеры делают конвекторы идеальным решением для обогрева бытовых помещений, офисов, домов, квартир. Конвекторы «Зилон» полностью готовы к работе сразу после покупки. В комплекте есть все необходимое. Кабель для подключения длиной 1 метр 20 сантиметров с евровилкой, мобильные шасси с колесиками для напольной установки и встроенная панель управления на корпусе прибора. Работа конвекторов основана на принципе естественной конвекции. Холодный воздух поступает внутрь обогревателя через отверстие в нижней части, и, проходя через нагревательный элемент, уже нагретый воздух выходит через жалюзи, расположенные в верхней части конвектора. Специально разработанная конструкция жалюзи направляет поток нагретого воздуха вниз, предотвращая появление холодных зон и обеспечивая равномерный нагрев помещения. Конвекторы серии «Комфорт» полностью безопасны и удобны в эксплуатации. Встроенная система защиты от перегрева позволяет автоматически отключать конвектор при попадании на него предметов, мешающих воздухообмену. Установленный датчик защиты от опрокидывания остановит работу конвектора при отклонении его от вертикального состояния. Корпус конвекторов покрыт высококачественным полимерным покрытием, устойчивым к царапинам и коррозии. А влагозащищенное исполнение корпуса IP24 позволяет использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью. Важнейшей деталью конвекторов «Зилон» серии «Комфорт» является надежный монолитный X-нагревательный элемент. Он представляет собой цельнолитую X-образную конструкцию, выполненную из сплавов алюминия. Увеличенная площадь ребер нагревательного элемента обеспечивает его эффективную работу и высокую скорость обогрева помещения. Все серии конвекторов «Зилон» представлены в трех мощностях. 1000 Вт для помещения площадью до 15 квадратных метров, 1500 Вт для помещений площадью до 20 квадратных метров и 2000 Вт для помещений площадью до 25 квадратных метров. В каждом конвекторе есть возможность установки режима нагрева. Вы можете выбрать половинную или полную мощность в зависимости от необходимости. Конвекторы серии «Комфорт 3.0» оснащены панелью управления с механическим термостатом, который контролирует и поддерживает комфортную температуру в помещении, где работает прибор. В конвекторах серии «Комфорт E3.0» встроена электронная панель управления с LED-дисплеем. Удобная в эксплуатации и интуитивно понятная панель облегчает использование прибора, а также обладает расширенными возможностями управления. Режим работы «Комфортный» позволяет задавать желаемую рабочую температуру. Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 35 градусов Цельсия. Шаг изменения – 1 градус. Через 5 секунд после установки желаемой температуры конвектор возобновит свою работу, и на дисплее отобразится текущая температура в помещении. Конвекторы безопасны для детей, поскольку позволяют использовать функцию родительского контроля. Для блокировки панели управления необходимо нажать и удерживать кнопки управления в течение 3 секунд. Для разблокировки необходимо повторить операцию. С помощью 24-часового таймера на отключение можно контролировать работу прибора, увеличивая или уменьшая время работы на 1 час. Конвекторы серии «Комфорт E3.0» оснащены функцией антизамерзания. Это означает, что даже при минимальном выставленном значении плюс 5 градусов Цельсия, конвектор всегда будет поддерживать плюсовую температуру в помещении. Электрические конвекторы «Зилон» — это современные, надежные, мобильные и экономичные обогреватели, которые идеально подойдут для обогрева вашего помещения в холодное время года.